Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий, и мы сегодня с тобой поиграем в Fortnite. Да, вот решил я записать немножечко Fortnite, ребята, да. Почему именно Fortnite? Я краем уха узнал вот буквально недавно, и решил записать о том, что, оказывается, в игре есть такой режим, как нулевая высота. Что такое нулевая высота? Вот такой вот есть режим, нулевая высота, это то же самое, что обычная королевская битва. Что такое Fortnite? Вообще, это королевская битва, да? Вот, но здесь, кстати говоря, куча вот этих вот еще разных карт есть, прикиньте, я тоже не знал. Тут, оказывается, видите, вот эту куча-куча всяких разных карт есть, в которые тоже можно поиграть, прикиньте. С друзьями можешь поиграть или с какими-то рандомными игроками. Тут, короче, поугарать можно классно, видимо. Так вот, раньше была королевская битва, да, просто где ты строишь. Основная фишка Fortnite — это строительство. Но разработчики, я, правда, не знаю когда, наверное, уже давно, я-то за игрой не следил, но появилась нулевая высота. Нулевая высота — это та же самая королевская битва, но без строительства. То есть то же самое, но без строительства. Вот, и мы с тобой сегодня поиграем. Мы сегодня с тобой поиграем в нулевую высоту, побегаем, попрыгаем. Вот, я нубяра полный, ребят, в этой игре. Я вообще не умею играть. Вот, так что... Как есть. Вот, побегаем, попрыгаем, постреляем немножечко. Что получится, может, кого-то убьем, может, не убьем никого. Настройки я вроде под себя поднастроил немножко, как бы, ну... там, чувствительность мышки и все такое. Но не знаю, что получится. Так что давайте ждем и полетели. Так вот, мы летим, ребят. Загрузилось. Летим. До последней стойки 19 секунд. Так, ну мы что-то все вот здесь стоят, говорят, с краешку прыгают. Никто в центр что-то как не охотится. Неохота, да, видимо, никому идти. Вот карту вообще не знаю, ребят, что, где. Тут еще какие-то есть всякие штуки, дрюки. Но я ничего, ребят, не знаю, где что происходит. Ну, кстати говоря, сколько у нас человек играет? А где информация? 97 человек, ребят. Кстати говоря, набрало народу очень быстро. А, по-моему, тут воду упал или что? Блин, как-то я медленно лечу. Как надо побыстрее лететь? Надо побыстрее. Я, знаете, новичок в игре, ребят. Новичок, нуб в игре. А теперь надо убегать. Там у чувака, наверное, пушка. Так. Убрать подсказки. Уйди отсюда. Там сундук. Это вот сундук. Так, полная обойма, хорошо. Блин. А, ХП. 4 ХП, ребят. Жестокая игра. Хотя для детей. Так, надо сматываться. Ага. Так, там он бегает, там, понятно, можно отойти. Я не понимаю, как немножко оружие стреляет, но оно как-то стреляет не так, как надо, а? Оно стреляет не очень, мне не нравится. Открывай. Подожди, а как мне? F? Ага. На двоечку. Нас сейчас убьют. У нас 4 хп. Строительства нету. Защититься не могу. Так, это обычное белое. Нам не надо. Стрельба. Стрельба из автомата очень интересная такая, знаете. Вот это вот. Так, подождите, а мне бы... Мне бы... Надо белый ствол заменить. Так, сейф, золотая лихорадка, хорошо. Так. У нас с ХП вообще все плохо, ребят. Давайте туда, что ли, пойдем.
Я не уверен, что это хорошая идея. А, то есть можешь бежать одновременно-то, да? Ага. Блин, фиолетовое оружие, конечно, я потерять бы не хотел. А... Я не убьюсь? Мне бы хилочку. Одну бы. Просто одну бы хилочку. Я бы хотел бы жить. Я бы, ребятушки, хотел бы жить, но есть вероятность, что я не доживу. Давай, давай, давай. Так, хорошо. Хилку мы восстановили. Там чувак. А вообще сейчас нельзя с ними контактировать. Нам нужна аптечка. Нам нужна аптечка в поисках, блин, аптечки, ребят. Давай вот это. А почему ты заменил-то? Подожди. Кто на интерес стреляет? Как-то он интересно стреляет, этот ствол. Грибов будем есть? Оказался ли он здесь? Так, хорошо. Так, где он? Так, пока живем. Бульмон где-то сидит. Блять, беги, 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 беги. Так, подожди. Откуда он стреляет? Я его не видел. Включись. Падла. Где-то мне это... А что он только по одному это? Уровень здоровья? Ага. Сюда. Ага, уходит. Так, преследуем. А чё, это не я войну начал, ребят, это он. Где он? Ушел. Есть. Ли бандит какой-то. Хорош. Хоть кого-то убили. Хоть теперь мне будет не совсем стыдно выпускать этот ролик, ребят. Кто-то скажет, ты нуб. Ты нуб, ты ничего не умеешь. Еще ключ какой-то. Ух ты, легендарка, ну-ка. Ты скажешь, нуб, ты играть не умеешь. Биара, моя бабушка и то лучше играет. Че, он на это ничего не взял? Кстати говоря, мне бы надо перета. Это прям посреди дороги. Кто скажет, ты неправильно перевязываешь, что посередине дороги нельзя? Можно, ребят, это Fortnite. Здесь нужно посередине дороги прям перевязываться. Это нормально. Долго, конечно, перевязка идет. Так, нам надо туда. Новый уровень. Это кто? Блин, стрелять я не умею, ребят, надо привыкать. Что это такое происходит? Ты видишь? Чу-чу-чу-чу.
по нам кто-то, но это не по нам, это кто-то, видимо, куда-то простреливает. И явно кто-то пытается выйти из серой зоны. Куда? Ага. Уж прикольный режим без строительства, слушайте, вообще по-другому игра смотрится. Игра вообще смотрится по-другому. Что это такое? Громовое копье, понятно. Это какая-то прикольная штука. Ты скажешь, блин, это такая прикольная штука, надо было ее взять. Не знаю. Не знаю, я нуб. Ух ты. Так, набрали. Что-то набрали. Никого не вижу, слепой. Сейчас, наверное, все сидят. Где-то по домам. Так, у меня аптечек нет. У меня как бы есть одна эта, да? И все. Это вам, ребят, необычный Fortnite. Кстати, по-моему, вот этих рыбок можно кушать. Осталось 25 игроков. Так, нуб, ребят, идет в атаку. Нуб идет в атаку. Так, ядерная бомба. А, медспрей. Не знаю, что это такое прям. Ну, это лучше аптечки или нет? Просто у меня как бы... Оружие. А где все-то? Мне кажется, что где-то кто-то... Как будто прям где-то около меня кто-то где-то прыгает. Ну, это кажется. Тихо. Что это за звуки? Как будто... Ё-моё, я думаю, кто здесь прыгает? А чувачок здесь прыгнул. Я же слышал, он пытался мне в хвост зайти и в гриву. Угу. Мы с тобой справились. Мы молодцы. Мы с тобой крутые. А что он как устанавливает плохо? А есть что-то получше? Что? Как бы... Он меня ваншотнул, у меня фул хп было. А такое, да, есть, да? Это нормально, ребят? Кто играет, да? Да, ребят, это нормально, видимо. То есть это, видимо, ваншотная, да? Какая-то фигня была. Ну, как бы, ну, не знаю. А, они, смотрите, они вместе бегают. А мы играем в одиночку. Мы играем в одиночку, смотри, они бегают вместе. А, нет, или этот, он бьет по нему. Нет, они играют вместе, они договорились играть вместе. Офигеть. Вот это да. Вот это, ребят, да. Ладно, вернуться в лобби. Хотел еще одну карточку сыграть, ладно, не будем. Сделаем такую одну лобби. Ну а что такого поделать, ребят, вот такая вот карточка, да, получилась. Вот, ну если уже в следующей серии, еще побегаем немножечко. Для меня был шок то, что меня ваншотнули, ребят. У меня как бы было... Много чего было, и... Ну, как бы ты видел, у меня хп было нормально, и просто ваншотит, ну, как-то это такое себе. Слитки, звезды, а что вообще на них можешь сделать? Что это? Был пропуск. Награды, дополнительные награды. Зажми, чтобы получить награду за боевой пропуск. За боевые звезды можно получать награды. Повышать свой уровень, чтобы получать больше боевых звезд. Требуется 3. Забрать награды. Что я получил? Что это такое? Убийственный стиль несет разрушений больше, чем стихийное бедствие. Автор Фуачан какой-то. Давайте использовать. Я не знаю, что это мы используем, но мы используем что-то. 100 варбаксов. Бибаксов или вибаксов.
Так, требует 17, да? А чё? А, я могу этот забрать, кстати говоря. А, это халявные эти, что ли, да? Такие, типа, то, что я могу забрать. А, ну давайте заберем вот это, я не знаю. Давайте заберем мрак. Не использовать давайте, да. У нас теперь будет мрак, что ли, получается, да, это? Ну-ка, шкафчик. О, у нас теперь мрак, ребят. Необычный это будет, а мрак. Ну, хоть что-то я получил. Кстати говоря, выглядит прикольно. Хоть что-то я получил на халяву. Вот, да, вот такие вот дела. Хоть что-то мы с тобой получаем. Ладно, увидимся с тобой уже в следующей серии. Еще побегаем в нулевой высоте, побегаем, что-то поделаем. Всем до встречи, всем пока.